В Ленинском городском округе на постоянной основе проводят профилактические рейды на железнодорожных платформах с целью снижения несчастных случаев на путях. Одно из таких мероприятий провели на станции Расторгуева. Начальник отдела транспорта администрации Ленинского городского округа совместно с сотрудниками полиции и представителями казачьего общества напомнили пассажирам о правилах поведения на железной дороге. Нахождение на железнодорожной инфраструктуре требует внимания и определенных правил. То есть нельзя прыгать с платформы, переходить пути в неположенном месте. Самое распространенное нарушение, которое совершают люди на железнодорожных путях, это переход в неустановленном месте. Платформа Расторгуева оборудована наземными пешеходными переходами, благодаря которым можно безопасно перейти железную дорогу. Вот наверху у нас есть мост, например, как можно пройти. Там же есть наверху мост. Внизу нельзя прибегать, потому что тебя могут убить. Все, поезда проезжающие. Необходимо помнить, что железная дорога – это место повышенной опасности, на котором из-за невнимательности и безответственности можно поплатиться жизнью.